Сегодня в Душанбе под руководством председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе уважаемого Рустами Имомали, состоялась шестая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва. С соблюдением регламента Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан в начале сессии члены Маджлиси Милли приняли соответствующее решение об утверждении порядка работы, избрании секретариата и повестки сессии, состоящей из 16 вопросов. В ходе обсуждения вопросов повестки дня 6-й сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан председатели комитетов Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности Рахмон Дильшот, по аграрным вопросам занятости населения и экологии Курбон Хакимзода, по социальным вопросам охране здоровья, науке, образованию, культуре и политике среди молодежи и женщин в обществе Махмадшох Гулзода и по координации деятельности Маджлиси Милли с Маджлиси Намуэндагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентскими связями Фархот Рахими, представили заключение отраслевых комитетов относительно рассматриваемых законов. В частности, членами Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан были всесторонне обсуждены и поддержаны законы Республики Таджикистан об органах юстиции Республики Таджикистан и о Национальной академии наук Республики Таджикистан. В ходе шестой сессии Маджлиси Милли по предложению правительства Республики Таджикистан был всесторонне рассмотрен и принят проект постановления Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан об изменении границ районов Шох-Мансур, Фирдавси, Сино и Исмаила-Сомони города Душанбе, а также о переименовании некоторых административно-территориальных подразделений и населенных пунктов Хатлонской области и Таджикабадского района. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Имомали, в связи с изменением границ города Душанбе за счет земель района Рудаки, обратил внимание председателей Верховного суда, Высшего экономического суда и Генерального прокурора Республики Таджикистан на многочисленные факты отведения земель сельскохозяйственного назначения к населенным пунктам без подтверждающих документов, а также признание в судебной практике прав собственности лиц, начавших самовольное строительство. Одновременно ответственным лицам были даны соответствующие поручения и указания по предупреждению и устранению обстоятельств, препятствующих реализации генеральных планов на местах и эффективному использованию сельскохозяйственных земель. На основании предложения президента Республики Таджикистан по постановлению Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Абдулозода Лутфуло Изатуло был отозван от должности судьи Конституционного суда Республики Таджикистан в связи с достижением предельного возраста в должности судьи. На этом шестая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва завершила свою работу.